доказательства гипотезы Пуанкаре. Российский математик Григорий Перельман смог решить одну из задач тысячелетия, доказав гипотезу Пуанкаре, сформулированную 100 лет назад. Доказательство гипотезы позволяет понять, какая форма у нашей Вселенной. Обоснованно представить, что форма Вселенной – это трехмерная сфера. Если Вселенная – фигура, которую можно стянуть в точку, то, наверное, можно и растянуть из точки, что служит косвенным подтверждением теории Большого Взрыва, утверждающей, что Вселенная как раз и произошла из точки.